люди нетрадиционной ориентации спокойно живут, работают, продвигаются по службе, ордена им вручают, я вручаю лично. Вот такая у нас республика, регион, народ. Я, как себя помню, всегда любил насилие, так скажем, педофилия, какой-то сексуализм, как ты сказал. Ну, у нас такое детство было, что не до футбола было. А сейчас, ну, выйди, посмотри, у нас мужчина, мужчина, женщина, женщина, животное, животное, собака, собака. Ну, так должно быть, но...